Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня ОС. Сегодня протестируем вот такие штучки, утяжелители. В отличие от того, когда мы работаем с гантелями, я не могу открытую ладонь показать, я буду тестировать ката кюкусинкай. А здесь очень удобные, посмотрите, за пальцы, здесь утяжелитель. Утяжеление небольшое, где-то 0,5 килограмма всего. Ну, в принципе, достаточно на данный момент. Вот, и поделаем, посмотрим, что из этого получится. Ну и заодно вспомним, будем поддерживать ката технику летом. Сегодня 27 июня. Начнем с Тайкёку Сонэйч в спокойном режиме продолжения разминки. Пропустим Тайкёку Сонани, там все то же самое, только уровень дзюдон. Тайкёку Сонасан, Сонасан на 8 кю. Хорошо, ну чувствуется такой комфортный вес. Естественно, есть отличие между без утяжелителя с утяжелителями, но пока мне все нравится. Пинан Сонэйч, работаем дальше. 7 кю. Ну вот, в отличие от гантели, в принципе, вполне открытая ладонь шута машука можно делать с такими штучками. Отлично. 6 кю, 2 пинан. Повторим. Хорошо, расслабляемся немножко. Пинан Сонасан, 5 кю, соответственно. Shh.
Я с ума, хорошо. На 4-й кью Санчо Наката сделаем. Хорошо. Ну, заодно и выносливость потренируем потихонечку, такая специальную. Пошли дальше. Логично будет Санчо Накат с кей сразу делать. Четвертый кью наш. Ше, 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 ше. Ше, 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 ше. Хорошо. И тоже третий кью, пинан санаюн. Ше! Фу, хорошо. Ну и пятый пинан. Пинан сунаго. Thank you.
Шу! Шу! Фух, хорошо. Ну, нормально работает с ними. После них ручки летать будут. Пинансу ногой это у нас второй кю. Коричневый пояс. По-старомосковски коричневый. И Гёксайдай тоже второй кю. Гёксайдай. Ос, хорошо. Ну, пока на сегодня хватит, до коричневого пояса дойдем. Если будет интересно, пишите. Еще здесь, находясь в Севастополе, сделаем ката дальше. Хорошего дня, хорошего настроения, будьте здоровы, укрепляйте свой дух. Ус!